все, пополз такой. Куда он собрался, кого он ищет. Такой весь извивается, ищет за что зацепиться. Ему бы какую-нибудь штуку подсунуть. Я не знаю, чтобы он залез туда и сидел. И смог потом там себе сделать себя кокон. Опа, такой, опа. Пытается схватиться за что-то. Такими волнами ползет. Такая, опа, волна по телу такая. Опа, волна такая по телу идет. Так. Куда? Так. Просто полотенце, оно такое мягкое. Вот сейчас он начнет, даже если на нем себе что-то делать. Пошевелишь, опять все поломается. Надо что-нибудь ему такое дать, чтобы можно было шевелить и ничего не ломалось. Чтобы можно было рассматривать. Только что, я не знаю даже. Какую-нибудь банку, что ли, ему найти. И кинуть у него пару листов каких. Я не знаю, что это такое. Банку какую-нибудь. Ну, не знаю, надо что-то посмотреть. Блин, а прикольно, так пусть себе ищет. Но он понял, что там, где было вот это вот дележбище его, было вот это вот кокон, который я случайно порвал. Он, видно, белое с этой стороны, с той стороны. Но как раз вместе было. Понял, что там ему уже делать нечего. Ищет, за что? Блин, жестко он так и шевелится. Так. Тын. Он уже круг целый делает. Целый круг вокруг этого места. Не, надо ему что-то подсунуть. Ладненько, тогда сейчас посмотрим, что ему можно подсунуть. Чтобы он мог зацепиться за что-то. А то он так и будет целый день ползать. Сейчас хоп, там и останется, не? Не. Да, надо что-то предложить другое.